Дан старт второй заезд на призыв Всемирного дня писателя. Со старта в борьбе пошли Челентано и Апельсинка. Поняла Апельсинка в спине Челентано. Лошади подходят к отметке первая четверть. Первая четверть пройдена за 33,5 секунды. Бег на первом месте ведет Апельсинка. Рядом с ней эсминец в спине Челентано. Сзади Пасфор. Отстал Флибустьеров. Продлена вторая четверть дистанции. Бег идет Апельсинка, рядом с ней эсминец в спине Челентано. Бег идет Апельсинка, рядом с ней эсминец в спине Челентано, рядом Босфор. Отстал Флибустьеров РТ. Флибустьеров РТ скачет. Третья четверть прыгнула на 34,6 секунды. Лошади выходят на финишную прямую. Бег заканчивает Апельсинка. Челентано в первой борьбе на второе место выходит третий эсминец. Четвертый подошел Босфор.